Всем привет, с вами Хвостович Александр, ведущий проекта «Америка для успешных». Вот, и у меня есть такая идея, короче, ребят, не хотели бы вы поздравить Соединенные Штаты с наступающим Новым годом и Рождеством? В принципе, я думаю, что это возможно. У нас достаточно большое количество подписчиков в группе ВКонтакте и на Ютубе. Вот, и если мы все соберемся, организуемся до 9 декабря, то мы можем сделать хорошее видео. Что от вас, в принципе, потребуется, это, естественно, энтузиазм и желание участвовать. И небольшое поздравление на английском для Соединенных Штатов и для Америки. Вот, ну, что-то вроде типа, там, I wish to United States a better economy. Ну, я там, или I wish in the new year for Americans, to have a white president. Ну, конечно, он уже Барак Обама, но неважно. В общем, суть вам понятна, что просто пожелать Америке того, чтобы там, или американцам, что бы вы хотели им в Новом году или в Рождество, вот, снять это, естественно, поздравление на камеру. Разрешение не обязательно делать большое, можно даже 640 на 480. Вот, и желательно уложиться в неделю, чтобы я мог там все обработать и сделать один ролик под музыку, потом это выложить на YouTube, и будет такое, как бы, поздравление от России, от Беларуси, от Украины, американцам. Ну и, естественно, чтобы был какой-то, возможно, ну, как бы, элемент креативности. Допустим, там девушки могут там надеться понаряднее, там, и пожелать любви, там, я не знаю, если кто-то желает там хорошую экономику, там, я не знаю, кучу рублей там положить перед собой. Если кто-то там желает классное правительство, можно сделать там видео на фоне Кремля, там, ей сказать, вот, такое же, как в России, чтобы у вас было, ну, в смысле, честные политики и классная власть. Вот, ну, короче, вы поняли идею, значит, вы можете отписываться здесь, на Ютубе, либо ссылка ВКонтакте будет на обсуждение, значит, можете отписывать, какое поздравление вы будете написать, ну, как бы, чтобы не повторяться. Я дам вам свою почту, и ссылка на обсуждение ВКонтакте будет в комментариях, ну, в описании к видео. Поэтому, я думаю, если мы за неделю организуемся, и там снять каждый может одно там видео, буквально, я не знаю, по минуте, там, 30 секунд, как-то поздравить Америку. Ну, желательно, конечно, на английском, даже если с акцентом, черт с ним, я думаю, так даже будет веселее, лишь бы, ну, такой был какой-то элемент креативности, там, я не знаю, шапка, ушанка или балалайка, вот. Потом я это все скомпоную, наложу на музыку и скинем в YouTube, поздравим, короче, Америку, как этот, с русской душой. Вот, ну, короче, надеюсь, идея вам нравится, так что, если хотите поучаствовать, то давайте, в принципе, я думаю, за неделю мы справимся. Все, вся информация дополнительная в описании к видео, и еще раз, с вами был Хвостович Александр, ведущий проекта «Америка для успешных». Всем спасибо и пока.